При въезде в Югру полиция и СОБР задержали наркодилеров. У них нашли более 5 килограммов наркотиков, опия и синтетики, которые были спрятаны в обшивке автомобиля. Выйти на перевозчиков запретного зелья удалось с помощью оперативной информации. Приготовились. Все, работаем, работаем, работаем. Работаем. Везли наркотики двое сургутян 20 и 30 лет из Восточной Сибири. Количество изъятого опия соответствует 40 тысячам разовых доз. По открытым данным из интернета, стоимость запрещенных веществ на рынке составила бы порядка 10 миллионов рублей. Злоумышленники задержаны, возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса. Максимальное наказание может составить до 20 лет лишения свободы.